давать любые композиции. Трава может быть немного присушенная. Она сохраняет свой вид, вот как, например, лютик желтый. Он так и останется целый год такого яркого цвета. Ну, неважно, есть, можно найти, конечно. Здесь вот предлагаются костюмы 19 века для того, чтобы одеться и почувствовать себя в полной мере, да, вот в усадьбе того времени, почувствовать себя статсдамой. И уважали, почитали, приходили к ней за благословением, шла ли девушка первый раз в свет, приходила к Наталье Петровне за благословением, шел ли юноша служить, офицером поступал на службу в России, также шел к Наталье Петровне за благословением. Она была негласной хозяйкой этого дома. Усадьба Марьина отмечает свое 80-летие. Это будет празднование в августе, в начале августа. Вот я, например, сколько раз туда приезжала, то просто не о чем было говорить людям. То есть только по воображению что-то можно раздать. А сейчас это все возрождается. И я, конечно же, очень приятно мне, что в Тосинском районе вторая усадьба возрождается, что есть куда приехать, есть где вот действительно такие вот классического вида привести праздники, которые вот соединяют в себе и классицизм, и народность. И, конечно же, это благодаря Галине Георгиевне, которая действительно вот таким, знаете, вот Марьина, как говорят, как раб назовешь, так он и поплывет. Вот как назвали Марьина, женщина купила ее, первая Мария Яковлевна, Софья Владимировна ее привела в образцовый вид, и сейчас Галина Георгиевна ее возрождает. Знаете, просто вот женские руки, наверное, вот это Марьина, так вот судьба такая вот этого места, что вот оно должно быть в женских руках. Вот первый раз я встречался с частной инициативой по охране памятника. И уже первые поездки сюда, народ просто совершенно замечательное впечатление. Я понял, что это вот тот путь, которым можно пойти, спасая колоссальное количество памятников, бесхозных в России или доведенных неумелой эксплуатацией до какой-то катастрофической ситуации. Доставлять друг другу счастье вот какое-то. Не, пускай не на сегодня, небольшое, но вот счастье. Поэтому я рада, что все сегодня, в принципе, в хорошем настроении. Спасибо.